Всем привет. Так вот накидал привода. Сзади перешел УАЗовской крестовиной. Также вот, в принципе, как сзади. Впереди пока что вот так вот прихвачено, приблизительно под выставил КПП. Определил все-таки, решил делать среднемоторную компоновку. Значит, столкнулся со следующей ситуацией. Направление вращения вариатора. Вот как так вот должно быть. Вот. Соответственно, и у коробки тоже должно быть по часовой стрелке, если быть лицом коробки. Соответственно, решил, что как, значит, поступить. Буду заказывать вал более длинный, делать другие опоры. Вот с этой стороны сделаю выход под шкив, чтобы вниз спуститься ремнями на коробку. Соответственно, двигатель, это будет еще место занимать, для того чтобы получилось впереди полноценная кабина, нужно максимально скомпоновать силовой агрегат в средней части, чтобы как можно больше места осталось на кабину. Когда придет двигатель, я буду дальше уже, значит, сочленять его с вариатором. Как бы даже если классическая такая компоновка, с трудом получилось бы. У меня заниженный центр тяжести на вездеходе для устойчивости. Ну и как бы он к центру смещен при такой моей вот среднемоторной компоновке. Вот. Ну и заниженный центр тяжести не позволил бы достаточно так вот высоко поднять вариатор от воды, от водных преград. Так как вот ось его видно, ну, там уже мост, и как-то адекватно не получилось бы расположить. Даже поэтому я все-таки решил реализовать среднемоторную компоновку. Подушки буду использовать. Подушки под эту силовую установку, под агрегат весь буду использовать УАЗовские. Вот у меня есть их 4 штуки как раз. На 4 подушках будет установлена вся силовая установка, двигатель, вариатор, все навесное там. Гидронасос, генератор, возможно, дополнительный аккумулятор, все будет находиться в задней части в одной.
Ну, на этом сегодня все. Со всеми прощаюсь. Ожидайте выпусков новых видео. Я буду продолжать импровизировать свой проект.